Завтра христиане всего мира отмечают Пасху. Один из древнейших религиозных праздников был провозглашен в честь воскрешения Иисуса Христа. В этот день заканчивается Великий пост, который длился 7 недель. Накануне праздника наши корреспонденты побывали в селах Балтасинского района, где живут представители 5 национальностей. Репортаж Евгении Андреевой. Село Верхний Субаш – хороший пример дружбы между народами. Здесь живут татары, русские, кряшины, марийцы. Большинство семей многонациональные, поэтому и Пасху отмечают в каждом доме. Бисмилля у всех есть уже. Бисмилля Рахман и Рахим. Такие слова и кряшины тоже говорят. И татары. Христианская Пасха в этой семье начинается с мусульманской молитвы. Губайда Дмитриева – мусульманка, ее супруг Геннадий – крещеный татарин. Поэтому Курбан-Байрам и Пасху отмечает наравне. Гостей будем принимать. Блины будем печь и баню будем топить. В канун Пасхи готовят богатый стол. Блины, куличи и, конечно, яйца. За угощением всегда приходят местные ребятишки. Яйца собираем, их много. Домой придем, почистим и вкусно поедим. Кроме угощений, гостей встречают песнями и танцами. Все праздники стараемся отмечать во время этого праздника Пасха. Гостей собираем, а этот гаид, курбан гаид, там тоже гостей собираем. Стараемся сохранить традиции. По соседству село Малые Лызи. Здесь живут в основном удмурты. По традиции в преддверии Пасхи дети наряжают специальные корзинки для яиц. Дети очень любят этот праздник. Накануне они готовят у нас корзиночки. Папочка приносит у нас пихту. Веточки пихты, и мы их украшаем фантиками. Есть у удмуртов национальное пасхальное блюдо – шишири. Его пекут из свиного сала, муки и молока. Рецепту не одна сотня лет, как и пасхальным приметам. В Пасху то, что загадываешь, все исполняется. И потом еще, когда батюшка осветит куличи и яйца, кто первый домой придет, у того, значит, урожай уродится. Пасху называют праздником праздников, поэтому и богослужение отличается величием и торжественностью. Местный храм украсили цветами, а в полночь благовест возвестит о наступлении воскресения Христова. Евгения Андреева, Андрей Корсинский, ТНВ, Балтасинский район. В канун праздника традиционно.